телефон дрожит немножко, но это от верстака. Так, сегодня тема сборка тройника, но совершенно другим способом, каким вы можете себе представить. Тройник собран методом на выворот, что ли. То есть он состоит из 5 частей. 1, 2, 3, 4, 5. Вот такая вот хрень. Вот шов внутри. Вон шов внутри. Здесь так. Здесь шов. Здесь шов. И здесь, естественно. Все это на швах. Никаких клепок, никаких заклепок, никакой точечной сварки. Все полностью на швах. Сам метод изготовления, я бы сказал, что он очень даже не популярен. Слишком уж долго с ним возиться. Вот. С тем, что я. Собрал бы я бы его, так как я их редко собираю, часа бы за 2-3. Так как я снимаю, это все. Наверное, часов 5-6 вот ушло на изготовление этого тройника. Дальше вы увидите, как этот тройник собирался, как это все я чертил, что я делал руками. Все вы это увидите. Для изготовления этого тройника требуется уголок, оправка, труба, молоток, ножницы, линейка, и что-то подобие циркуля. Все. Смотрите, учитесь, мучайте свою голову, мучайте свои руки, повторите, молодцы. Смотрим. Так, заказали мне тройник. Тройник вот такой вот формы, Т-образный. И хочу я его сделать необычным. Я сразу скажу, что это не основной метод его изготовления. Это, как говорится, метод он больше для того, чтобы удивить людей. И состоять он будет из нескольких частей. То есть это вот первая часть. А еще вот так вот. Вот так вот все эти вот полосы это шов. То есть это первая часть, вторая часть, третья часть, четвертая часть и пятая часть. Вот, то есть один тройник будет собран из 5 частей. Жестянщики, например, кто хорошо владеет этим, как говорится, навыками такими, может удивить кого-то. Из людей. Конечно, если диаметры одинаковые, да, например, как вот у меня будет тройник 132, то, на мой взгляд, это может быть даже и проще сделать. Возьми побольше, конечно. Здесь тоже 132. Такой тройник. С одной стороны будет заглушка установлена, с другой стороны прогофрировано будет, чтобы на него труба делась. Вот такое вот чудо будем собирать. Так, разрезали мы металл, как говорится, черновой. И как это все будет выглядеть? Вот это вот будет сам патрубок. То есть он вот идет сверху. Так. Вот это все разрежется. Тоже здесь сделается раскрой. Будет одна половина к этой приклепана. Это к этой. И вот этот сам низ. То есть повторяю вот эта часть. Это вот будут вот эти, вот это две части. Она будет вот так вот. И пятая часть, вот донышко, как говорится, низ
или бок чего там этого тройника. Так, дальше по размерам. Здесь везде 1/2 развертки и везде разный припуск. Ширина шва у меня 6 миллиметров. Значит, на низ тройника у меня идет припуск 24 миллиметра и 1/2 развертки 231 миллиметр. Вот. Это верхняя часть, две верхние части, то же самое, 1/2 развертки, уже плюс 12 миллиметров, 6 миллиметров на одну сторону, 6 миллиметров на другую сторону. И развертка 219. Ну а здесь, соответственно, одна 231 развертка и 219. То есть здесь 6 миллиметров, здесь 12 миллиметров. И они между собой все состыкуются. Ну, вот такой вот бред вы услышали. Пока, как я понимаю, да? Смотрим дальше. Так, ну вот направляющая, как говорится, разметка. Вот она, это край припуска на шов. То есть здесь уже идет припуск на шов. И центр найден. И сущности. Вот на всем этом мы будем строить развертку, то есть дугу. И эта дуга, она будет везде одинаковой, что на тех и что на этих двух. Везде это все одинаково. То есть стоит начертить одну. На всех остальных это все будет готово. Чертим. Потом покажу, что получилось. Так, ну, насколько здесь видно. Вот методом построения мостиков мы построили разверточку. Вот сама дуга, линия, обозначающая эту дугу. Сейчас я маркером отведу, что у меня получилось. Мне, честно сказать, самого хрена видать. Да, сейчас, может быть, черту будет легче увидеть. Может быть. Черта не знает. Но вот такая. Вот эту всю дугу вырезаем. И вот эта вот срезка, она будет на всех одинакова. Так, ну я вырезаю на всем. Потом и показываю. Вот так вот это все дело вырезается. Вы еще спросите, а как ты вырезаешь? Может быть, ты штампуешь? Нет, все руком. Все руком. Вот еще свет правильно падал бы. Было бы вообще шикарно. И все остальное так же. Так. Вот у нас такие заготовки. 4 штуки. На всех 4 нужно сразу заготовить фальцевые соединения. Так мы делаем на всех. Так, ну, а теперь вот из этих двух хреновин, вот таких, должно получиться вот такая хрень. Вот с таким фальчиком внутри. Это какая? 1/3 часть
получается всего тройника. Так что показываю, как сделать здесь. Так, здесь мы делаем небольшой надрезик. Откладываем здесь 5 миллиметров. Вальцевую. Это можно делать на краю уголка или где-то там еще. И... Все потихонечку. Вот так вот повернем. Потихонечку, полигонечку. Вальцуем. Вот так вот, значит, мы отвальцевали. Теперь мы эту хрень убираем ненадолго. Так, это у нас должна выворачиваться. Она должна у нас выворачиваться вот так. Вот мы сюда втыкаем. Стараемся делать все посередине, чтобы он у нас не шлялся где ни попадя. И... Делаем небольшой участочек. Ну, все это зажимаем. Так, и следим, чтобы это все не выскочило. Переворачиваем. Возвращаем нашу приблуду, отчерчиваем те же самые 5 миллиметров. Здесь мы смотрим, чтобы у нас все ровненько было, потому что потом тяжко поправить. Вот так. И теперь сейчас завальцовываем еще раз. Именно по таким способам делаются на выворот штанообразные тройники. Еще раз контролируем, чтобы ровненько шло. И с другой стороны, чтобы не вывалил. Проходим все. Получается вот такая хрень. Сейчас опять вот убираем. Получается у нас вот такая хреновая. Фух.
Так, ну что ж, вот теперь мы из этих двух штукенцев будем делать одну вот такую штукенцию. Начинаем потихонечку, полегонечку. Начинаем раздвигать. И у нас начинает уже что-то формироваться. Вот. Гнем так. Гнем так. И потихонечку. Из двух плоских железок, вбитых вместе, получается, так сказать, форменное чудо такое. После такого говорят обычно: вау, жестянич какой крутой. На самом деле в этом ничего такого необычного нету. Так что так вот. Ну что ж, готовлю себя к следующей части. Так. Ну, теперь нам надо вот эти части сбить в одно целое. То есть вот это патрубок и это, у меня написано, это патрубок. Вот этот патрубок, который рассчитывает, что он будет могущественным, великим. И нам надо учитывать то, что у нас вот этот вот шов есть. Вот он должен быть на одной линии. Это обязательно нужно учитывать. Если это все разойдется, то у нас следующая часть уже не сомкнется. Так, ну. Стороны то же самое, да? Берем и усовываем у друг дружку. Так что объяснить. Опять смотрим, чтобы шов на шов был. Шов напротив шва. Чтобы мы потом все это могли соединить. Кончик не строго. Вот, вот такое чудесное-расчудесное хренство мы уже что-то интересное получается, да? Да? Почти что, как говорится, уже тройник. Ну что ж, до следующей операции. Ну, вот мы заготовили последнюю, пятую часть. Шов в одну сторону, с обоих сторон загнутый. Ну и просто мы так его на верстак кидаем. И у нас вот этот шовчик. Здесь. И мы смотрим, что у нас там получится-то. Как он соединится. О, соединился. Прям как родной. Мать, идите. И сбиваем. Вот там вылазим. Мы его сейчас тоже. Все очень просто. Ну что, ребят, как два пальца басать, да? На вот эту вот всю штуку свернуть, сделать из нее человеческий вид и соединить вот эту с этой штукой. Нам опять нужно два. И... Фу, твердым каком мучаемся все это скручивать.
откручиваем потихоньку, потихоньку. И там все каляется. Видите, хомарь. Стороны. И вот так вот мы все это скрутили своими могущественными руками. И уже на трубе все это дело надо сбивать. Вот. Хлоп, одна сторона. Иди ко мне. Тут надо, конечно, попотеть уже. Что-то лишнее. Чуть-чуть убрать. Ну все это соединится в пределах нормы. Сбиваем. Сейчас подымем повыше. Вот. Так. Кто-то скажет, не попал, не попал. Все, я попал, как положено. Не веришь, у меня спроси. Вот. 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 Телефон живой, работает, слава богу. Ну дальше это все округляется, у нас вот получается вот такой вот тройник. Тут глядим, там шва нет. А тут шов есть. Его еще прижать можно. И тут шов есть. Вот так вот рождаются швы внутри. Вот. Сейчас подровняем, покажем результат.